Знакомьтесь, это Валерия. Добрая, жизнерадостная и отзывчивая на нежность девочка. Она живет в мире тишины, где звуки иногда можно услышать только на занятиях с педагогами при помощи мощной слуховой аппаратуры. Валерия – неслышащий ребенок, но она так же, как все девочки ее возраста, любит играть в куклы, рисовать, а еще она очень хорошо умеет лепить фигурки из пластилина. Вот, например, персонажа из сказки «Репка» Лера сделала сама. Девочка послушная, любит учиться и на уроках всегда внимательно следит за каждым движением педагога. Говори хорошо, громко. Будем играть. Будем играть. Держи. В саду ли, в огороде. Давай. Еще разочек. Лера у нас очень добрая, ласковая девочка, любит рисовать, играть, любит играть в подвижные игры, хорошо сходится с детьми, с людьми, идет очень коммуникабельно, идет на контакт хорошо. В нашей школе имеется аппаратура, очень уникальная аппаратура, Сувак СТ-10 и слухоречевой тренажер Тельфа 130. Она, Лерочка, очень любит заниматься на этой аппаратуре. В последнее время у нее хорошие результаты. Девочка считает в пределах 10 на плюс и минус, пишет печатными буквами, читает тексты простейшие, узнает. В группе, конечно, девочка скорее лидер, она ухаживает за маленькими. У всех деток в нашей группе, в нашем дошкольном учреждении есть родители, и очень хочется, чтобы и у нее нашлась для нее мама и папа. Она очень этого ждет. Будем слушать. Будем слушать. Слушай внимательно. Лера, что звучит? Звучит. Хорошо. Что звучит? Слушай внимательно. Лера, слушай. Покажи, прочитай. Гармошка. Гармошка. Хорошо, верно, молодец. Слушай еще. Правильно. Бубен. Погромче говори. Бубен. Бен. Хорошо. Слушай еще. Как называется? А теперь вместе давай скажем. Дудка. Дудка. Хорошо. На празднике осень Лера тактильно читала стихотворение. Она очень хорошо у нас читает. Осень. Осень. В гости. Просим. Осень, осень, в гости просим. Если вы хотите поближе познакомиться с Валерией, обращайтесь в Министерство образования Нижегородской области по телефону 434 14 44 или 433 52 41. По вопросам работы школ, по подготовке замещающих семей, обращайтесь в Министерство образования Нижегородской области по телефону 434 14 44. Школа по подготовке приемных родителей в Павловском районе Нижегородской области находится в Таремском детском доме по адресу Нижегородская область, Павловский район, село Таремское, улица Школьная, дом 19Б. Телефон 83 171 703 82.